Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 8, вопрос 2170. Книга «Чисел» 18.26. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины». Должны ли современные священники следовать этим указаниям Господа? Если да, то кому они должны отдавать десятину, и известны ли вам такие примеры? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Указаний в Новом Завете на эту десятину от десятин нет. Но по смыслу, так как и о самой десятине у апостолов нет ничего, то должны священники отдавать на храм, на свечи, на ладан, елей, на вино и муку. Как знаем из житий святых, что священники и апостолы, что получали, то они и раздавали на нуждающихся, помня о бедных. Послание Галатам 2.10. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности».